Интересное мероприятие, конечно. Стадион, ну, мне очень нравится, в принципе, такой формат эндурокросса или суперэндуро. В прошлом году выиграл, в этом году выиграю. Вот Фасага, наверное, в прошлом году одни из первых делали такого вида соревнования. Трек короткий, здесь просто за короткое время нужно выложить. Великолепные, лучшие. Нам нравится здесь все, от большого количества народу до прекрасного выступления. Мероприятие огонь, прямо очень крутое. Супер! Процветание Фосагра устраивает такие праздники.